спортивном зале медицинского колледжа на торжественное открытие праздника, посвященного Всемирному дню здоровья, собралось порядка 150 человек. Это студенты и преподаватели. Старт насыщенной программе был дан, а потому состязания в нескольких категориях начались. Здесь можно было не только проверить свою ловкость и выносливость, но и весело провести время. Она ставит собой задачу пропагандировать массовую физкультуру, спорт и еще, наверное, большую задачу добиться единства между учащимися колледжа. И в год народного единства, наверное, это очень символично. Беларусь вообще поддерживает не только общественные, политические, какие-то другие мероприятия, которые происходят в стране. Беларусь поддерживает достаточно широкие слои и учащихся, и студентов, и социально незащищенные слои, и другие слои населения. Студенты активно участвовали. Не отставали и преподаватели, которые тоже решили проверить силы и убедиться, что не растеряли свою хорошую физическую форму. Дух соперничества не мешал, а скорее способствовал укреплению дружбы в командах, что подтверждали участники. Молодежь должна поддерживать хорошую физическую форму в наше время. Мы должны поддерживать такие мероприятия, так как это очень хорошо влияет на наше здоровье. Вот. И такие мероприятия помогают нам поддерживать дружбу, скажем так, между собой и быть всегда здоровыми. Формирование здорового образа жизни очень важно в наше время, поскольку сейчас очень сложная эпидситуация, и чтобы не заболеть, надо заниматься спортом и соблюдать все правила здорового образа жизни. И пока одни выясняли, кто достоин звания самого здорового в спортивных состязаниях, другие приобщались ко всемирному празднику в холле. Здесь была организована большая площадка, где желающие могли измерить артериальное давление, уровень глюкозы в крови, определить содержание кислорода в легких и многое другое. В рамках выполнения государственной программы «Здоровые города» директором нашего колледжа был подписан план мероприятий на 2021-2022 год, который носит название «Здоровый колледж». Этот план включает широкий ряд мероприятий, такой информативной направленности, пропаганда здорового образа жизни, профилактика вредных привычек, ну и, конечно, мероприятия, которые направлены на повышение физической активности не только наших учащихся, но и сотрудников. Ко Всемирному дню здоровья приобщились все учащиеся медицинского колледжа, а это порядка 650 человек. Мероприятие рассчитано на весь день, в конце которого запланировано подведение итогов и награждение победителей спортивного состязания.